здравствуйте, прекрасные люди. Вот со всем этим, что сейчас сказал Сергей Борисович, и то замечательное, и ценное, и важное, что вы у него спросили, мы попытаемся взлететь. Вот. Друзья, мы используем игровые методы, на самом деле, не для того, чтобы вас развлечь, а для того, чтобы сжать время. Вот то, что здесь сейчас написано, отус, да, вот мне очень привлекает слово «от», «открытый». И вот мы с вами возьмем себе такой континуум. Открытость, то есть у нас будут везде дыры. В группах, в мыслях, между нами. Мы будем работать с открытым, пустым, иным, таким, который еще не случилось с началом. Второе – это сжимание времени, потому что хочется потратить его на содержание, правильно, и сжать от формочек. И мы будем работать с тем пространством, в котором сейчас находимся. Вы знаете, у нас был с Сергеем Борисовичем счастливый такой полтора года работы в отус. И мы говорили всем: отстаньте, у нас Сколково. И мы полтора года жили в Сколково. Сейчас закончился прогностический курс, уже много воды утекло, уже расползлись разные прогнозисты, и наши, и чужие, по стране, и уже составляют федеральные законы. А мы все еще в том состоянии, которое вот возникло. Для нас отус – это чудо, это место, это сжатое время, это открытость и свобода. И мы использовали игры для того, чтобы в тех местах, где аналитика не работает, попытаться за счет чувств и сопереживания достигнуть хорошего эффекта. Прежде всего, какого? Конечно, взаимопонимания. И вот сейчас мы с вами работаем над очень интимной проблемой. У нас вот будет интим тут один на всех. Эта интимная проблема – это формирование групп. Вы знаете, во очень многих процессах в жизни большое значение имеет, с кем ты окажешься. Вспомнили такие случаи, поняли, что это далеко не все равно.